Короче говоря, я владелец Audi. Я сидел дома, пил воду, встал, о чем-то думал. Понял, что хочу на улицу. Вышел на улицу, погулял. Понял, что не хочу пешком. Взял велосипед, начал кататься. Понял, что уже зима, мне холодно. Зашел домой, но я не хотел домой. Пришла идея купить машину. Долго думал, искал в интернетах. Потом вспомнил, что у меня нет денег. Что делать? Этот вопрос меня мучил. Я расстроился. В этом состоянии я вспомнил, что у меня есть машина. Да, точно, она есть. Вот же она, это Audi. Я снова расстроился. Она 2001 года. Но несмотря на это, я завел ее. Я долго ждал. Она грелась. Прошел час. В машине все равно холодно. Я начал ехать. Стоп. Я забыл пристегнуться. Я пристегнулся. Поехал. Стоп. Я забыл надеть обувь. Хорошо, что я вожу кроссовки с собой. Открыл капот. Достал их. Вспомнил, что у меня не ламба. Теперь буду ложить их в заднюю часть авто. Да, точно. Сел в машину. Поехал. Снова забыл пристегнуться. Пристегнулся. Проехал 2 километра 341 метр. На приборке появились значки. Первым был airbag. Я погуглил. Это подушки безопасности. Я постучал по ним. Не помогло. Потом понял, я же не собираюсь врубаться, чтобы они сработали. Посмотрел видосы, как взрываются подушки. Понял, что это даже лучше, когда они не взрываются. В тех видео ломали носы, мне это не надо, у меня и так он большой. Высветилось еще что-то, треугольник и желтая фигня. Я погуглил, ничего интересного не нашел. Какой это ESP чек, я ничего не покупал. Откуда чек, забил, не расстроился. Все работает, поехал дальше. А куда я еду, остановился, начал думать, придумал. Поеду в магазин, хочу вкусное что-нибудь. Начал ехать. Почувствовал запах, неприятный запах. Остановился, вылез из машины. Начал оглядываться, увидел туман. Залез в прогноз погоды. Там погода ясная и солнце. Удивился. Походил, помыслил. Обошел машину, сел на корточки. Посмотрел на задницу машины. Оттуда шел дым. Я понюхал, вырубился, проснулся. Погуглил, там написано, что это масло горит. Я удивился, открыл капот, огня не увидел. Нашел маслозаливную горловину, открыл ее, эмульсии нет. Такие слова я прочитал в интернете. Потом нашел щуп, достал его, он весь в масле. Я ничего не понял, значит оно есть. Засунул щуп обратно, закрыл капот, сел в машину, погуглил. Масло нужно проверять на холодную, но на улице холодно. Снова задумался, успокоился, завел и поехал дальше. Приехал в магазин, вспомнил, что денег мало, я же владелец Audi. Купил только попить, попил. Поехал домой, машина плохо ехала. Наверное, плохой бензин, подумал я. И успокоился. Но решил проверить. Остановился, посмотрел в бак, понюхал, вырубился, проснулся. Хороший бензин. Сел в машину, начал заводить, не завелась. Я вылез из машины, расстроился. Закрыл машину, выложил объявление о продаже. Ушел домой. Пока, Audi. Так каждый день. Не продается еще. Кому нужна, пишите в комментариях. С вами был Юрич. Всем пока.